Ежедневно проводится под руководством губернатора Севастополя Сергея Ивановича Миняева два раза в сутки штабы, 9 утра и 18 часов. У нас вышли уже на линию сотрудники полиции, те, которые приданы нам для проведения мониторинга из личного состава Ленинского районного отдела внутренних дел. Они уже пошли по тем маршрутам, которые мы с ними согласовали. Значит, в целом обстановка в городе соответствует, естественно, текущему моменту. Режим чрезвычайной ситуации остается. Жизнь в городе постепенно налаживается. Самая главная наша задача – это обеспечить максимальное информирование граждан и оперативное реагирование на все поступающие запросы со стороны людей. Графики подачи электроэнергии доведены, но мы должны понимать, что в связи с снижением температуры, а на следующей неделе она будет еще больше снижаться, начали запускать котельные, начали запускать теплопункты. И, соответственно, в этих районах есть дома, которые подключены на одну линию, поэтому определенные сбои будут. Посему сегодня, в течение дня, я попрошу промониторить. Значит, мы, наверное, создадим специальную группу, которая сейчас пойдет разбираться вместе с Севтеплоэнерго и Севэнерго, какие дома у нас получаются запитанные постоянно при условии работы теплопунктов и котельных. Это раз. Это, во-первых, мы сможем толково объяснять жителям, почему в одном доме есть свет, в другом нет. Во-вторых, оперативно проинформируем соответствующие службы для того, чтобы они могли вводить или в ручном режиме, ну, там решение будет соответствующее принято. За прошедшие сутки у нас было две таких ситуации в районе. Первая ситуация у нас была с общежитием для выпускников детских домов Покормиться 3. Вы знаете, у нас там была аварийная ситуация, связанная с водоотведением. И городским оперативным штабом, губернатором Севастополя было принято решение об отселении оттуда проживающих, что и было вчера произведено. И силами управляющей компании совместно с Севводоканалом там начаты аварийно-восстановительные работы. У нас произошла сбой подачи электроэнергии в первом детском доме. Выехала наша группа оперативная туда и совместно с подразделением первой пожарно-спасательной части под полковником Мазурским мы там все устранили своими силами. Нашими работниками департамента, без привлечения иных сил и средств, поэтому не допустили ни срыва питания, буквально в течение часа мы там все восстановили. Поэтому обстановка, она диктует свои изменения. Понятно, что и изношенность электросетей, и водяных, но главная наша задача – это есть, и это люди все понимают. Наша задача – оперативно реагировать на все эти изменения, невзирая, так сказать, на подчиненность, ведомственную и так далее. Главное, как можно быстрее устранить эти вопросы. Поставлена на штабе задача губернаторам иметь в городе неснижаемый запас топлива 10 суток.
практически топливо на всех сейчас АЗС города есть. Ну, вот, и очереди ликвидированы. Значит, и неснижаемый запас продовольствия в магазинах, вот, сетевых, имею в виду, и основных, это 5 суток, чтобы у нас не было никаких проблем. Все виды продовольствия необходимы населению, вот, все продовольственные группы, она тоже есть. Но тем не менее, мы должны это дело мониторить.